Новое развитие поселки Казани получит благодаря проекту Рустама Миниханова Институт пространственного развития. Проблемы будут решаться системно уже в ближайшее время, сказал сегодня на встрече с главами самоуправлений мэр Ильсур Метшин. В этом году массовых мероприятий, посвященных 1 мая, в Татарстане не будет. Отмена празднований связана с эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом сообщил Казанский Кремль. В прошлом году первомайская акция из-за пандемии также была отменена. Патриарх Кирилл принял предложение Рустама Миниханова осветить собор Казанской иконы Божьей Матери в Казани. С главой Русской Православной Церкви президент Татарстана встречался накануне в Москве. Собор планируется открыть 21 июля. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.